Что, ребята, я в Салехарде, и вот он, тот самый знаменитый салехардский мамонт. Я тут, извините, в машине сижу и думаю, выходить? Не выходить. Ну, как бы это, типа он мамонт классный, но не первый раз. То есть здесь, на Ямале, видимо, вообще принято мамонта ставить. Я, по-моему, уже третий раз вижу, потому как бы довольно спокойно к нему отнеслась. Я сейчас еду в Лабытнанги, и, наверное, на обратном пути, может, я на той стороне около него приостановлюсь. А тут так интересно, все время бегают какие-то туристы, все время снимаются. Вот Ямал Тур, смотрите, какая у них машинища. Они явно куда-то совсем-совсем на север, вон там прикольно снимаются на фоне мамонта. Вот. Ну что, чем тут еще радует окрестности? Откуда-то идут машинки. Чего-то везут, наверное. А, подождите, вот она и есть, что переправа, что ли, в Лабытнанги? Слушайте, наверное, это она и есть. А, прямо по льду, через обе. Это я сейчас поеду так. Представляете? Путешественники какие-то прямо с мощными камерами совсем. Сам Салехард вот там позади остался, вот там есть музей арктической авиации. Вот он меня, честно говоря, впечатлил даже больше, чем мамонт. Ну, как бы как-то так интересно. В любом случае, север. Чуть ли не один из самых северных городов, что ли, Салехард получается. Ладно, поеду дальше.